Ребята, всем привет! Всем привет! Сегодня у нас никаких обзоров не будет, так как мы узнали, что удалили один из наших любимых каналов. Да, Лин? Да. Какой канал удалили? Вики Шоу. Да, канал Вики Шоу удалили. И сегодня мы хотели бы подумать и обсудить с вами это. Почему это могло произойти? Алин, вот как ты думаешь, из-за чего могли удалить канал Вики Шоу? Мы же смотрели его, да? Да, Алин, он... Мы снимали сладостей много. Да, они снимали много сладостей, и поэтому мы думаем, что это была одна из главных причин. Но так как по новым правилам Ютуба снимать сладости нельзя, да, Алин? Потому что у маленьких... Только одну сладостку. Да, только одну какую-нибудь сладость. Одну конфетку или один киндер, да, можно? А много не нужно. Да, можно быть конфетку. Да, потому что у деток, у маленьких, могут заболеть зубки, да? Или животики от этих сладостей. Да. Ну, может зубки вырывать. Да, и потом зубки будут болеть, и их придется вырывать. Это очень опасно и очень страшно для маленьких деток. Да, конечно. Также по новым правилам Ютуба нельзя снимать маленьких детей в купальниках. Это тоже является нарушением. Но мне будете снимать в купальниках летом. Нет, Алиночка, к сожалению, не получится нас снимать тебя в купальнике. Алина тоже недавно в одном из видео кого-то из маленьких... Я хочу. Ну, мы тебе купим купальник, мы будем тебя купать, просто не будем тебя снимать, ладно? Алина тут просто увидела у кого-то из маленьких блогеров тоже, что видео было в купальнике, они там в бассейне купались. И ей захотелось. Ну вот теперь по новым правилам нельзя. Мы купим тебе купальник, будем тебя купать, но снимать мы тебя не будем, хорошо? Да, но хвостик тоже купите. Да, и хвостик тебе обязательно купим. Вот. Также одной из причин может быть наличие на видео Вики Шоу острых опасных предметов, например, нож. Так как нож маленьким детям не игрушка. Это очень опасно, да, Линочка? Да, ну красным деткам можно ножник брать. Маленькие ножницы наши, игрушечные, красные, да? Да, только игрушечные, настоящие нельзя брать, так как это очень опасно. Вот. В общем, это основные, самые часто встречающиеся нарушения. Также нельзя снимать пранки, страшные игрушки, ну и все в этом роде. Да, вот. Но можно одну конфетку. Да, можно только одну конфетку. Да, я один пальчик показываю. И один пальчик, да. В общем, вот, друзья, все это принимаем к сведению и не повторяем таких ошибок, как Вики Шоу. Видео должны быть больше веселыми, позитивными, да, Лен? Да. Видео должны быть обучающими, чтобы ребенок, заходя на канал, мог что-то узнать, что-то получить для себя полезное. Да, Леночка? Да, конфетку. Конфетку, да. Поэтому мы стараемся снимать больше развивающих и обучающих видео. Ну что, на этом будем с ребятками прощаться? Да. Будем надеяться, что канал наш любимый Вики Шоу восстановит, да? Да. Ребята, также ждем ваших комментариев по этому поводу. Что думаете вы? Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь на наш канал. Да. Всем пока. Всем пока. Ставьте лайки. Пока-пока.